доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии ночью в горах местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 25. В горах ночью плюс 1, плюс 6, днем 11-16 тепла. Черкесский без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем потеплеет до плюс 25. Переводчики, лингвисты и преподаватели иностранных языков отметили профессиональный праздник – Международный день переводчика. Эта дата вошла в праздничный календарь 26 лет назад для того, чтобы преподавание иностранных языков развивалось и интерес к ним увеличивался. Но это невозможно без хорошего педагога. Мадина Кукаева – одна из тех, кто с особой любовью относится к своей работе. Альбина Ламкова продолжит тему. Более 10 лет Мадина Кукаева работает преподавателем английского языка. Уже на последнем курсе университета она стала обучать детей. Любовь к иностранным языкам у Мадины с детства, и ее увлечение переросло в преподавательскую деятельность. Преподавала я и в черкесске, и в средних школах, и в высших учебных заведениях, и в Питере я жила, преподавала в университете телекоммуникации Бонч Бруевича. Вот. Мечтала ли об этом в детстве? Я видела себя учителем, потому что даже в детских играх мы часто играли. Я всегда была в качестве учителя, преподавателя, а своих младших сажала, их постоянно учила. Самое главное в моей работе, говорит педагог, это найти общий язык со студентами. И это ей удается. Любовь к детям и приводит к успеху, признается она. Моя профессия – это то, чем я дышу. Я когда вижу горящие глаза студентов, для меня это наивысшая награда. Я считаю, что если студенты ушли на следующее занятие, пришли с желанием, то значит я выполнила свою работу на 5. Студенты с большим интересом изучают английский язык и с уважением относятся к своему преподавателю. На лекциях Мадины Кукаевой можно услышать много остроумных и просто забавных фраз, которые пригодятся в будущем, рассказывает студентка первого курса Мадина Байрамкулова. Преподаватель всегда убеждает, что за иностранными языками будущее. Это хороший аргумент для развития и продвижения в любой профессии. Мне очень нравится ее методика преподавания, все понятно. Уроки, лекции там проходят весело, все интересно. Она нас мотивирует на то, чтобы мы изучали языки. В вузе Мадина Кукаева работает недавно и за это время показала себя грамотным и перспективным преподавателем, говорит о ней доцент кафедры русского и иностранного языка Академии Светлана Карасова. Мадина Борисовна пришла к нам недавно, но за это время она уже показала себя хорошим педагогом. Имеет навык, опыт работы. Она работала в Санкт-Петербурге. И я посещала ее занятия. Я хотела отметить, что она знает хорошо методику преподавания иностранных, современную методику преподавания иностранных языков. Мадина рассказывает, что ей повезло с коллегами. Во всех начинаниях есть поддержка руководства, что дает возможность преподавать иностранный язык на современном уровне. У нас есть оснащенные классы технически, у нас есть все программное обеспечение, соответственно. То есть нам закупают всю современную литературу, и я благодарна в этом плане Академии, то, что они во всем стараются поддержать наши начинания. В планах Мадины Кукаевой защита научной диссертации и, конечно, наработка опыта и повышение профессионализма. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11:25 с ведущим Ашимезом Пхешховым. Хорошего дня, до завтра. Любовь – это главный подарок. Но в наших украшениях он смотрится лучше всего. Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Более 1000 моделей. 2 и 3 октября в Центре развития предпринимательства. Улица Горького, 8. Любовь – это главный подарок.
Но в наших украшениях он смотрится лучше всего. Каждый третий телевизор становится объектом насилия. Хотим телевидение без помех. Хотим с простым подключением. Хотим без абонентской платы. Стоп насилие! Подключите бесплатное цифровое телевидение. Уже сегодня в эфире до 20 каналов в стандарте DVB-T2. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему.